Оксан! Чё? Да иди сюда быстрее, ты чё? Ну чё я занята? Давай быстрее, там по телеку нас показывают. Где? Ну по Анекдот ТВ. Ага. Давай, давай, давай быстрее. Оп! Вот я. О! О! Вот дымная сыночка-то. Ты куда? Да всё, я пошёл, давай пока. В смысле пока? Всё что ли? Ну а чё ещё-то? Ну как чё? Он когда у Маринки, нашей соседки, муж уходит, он всегда её целует перед уходом. Ну и чё? Ну и то, мог бы взять и так же сделать. Ты нормальная, нет? Чё? Нафиг мне Маринку доцеловать? Она ещё такая, слушай, страшная. Ты чё, Ген? Чё? Ну нормальный вообще. Да ты какую-то фигню вечно придумаешь, блин. Конечно, я виновата. Геночка, привет! Вот ты чё в куртке стоишь? Ген! Ты глухой, что ли, Ген? Мама! Ты чё? Чё с тобой? Ты чё делаешь? Вок, что ли? Ну-ка, покажись! Ужас какой! Вок, что ли, так режешь? Кошмар! Ну, привет, Оксаночка. Нормально, привет. В смысле, что? Да ничего. Ты 3 дня назад ушел из дома за хлебом и только сейчас вернулся, нормально? Твою мать, хлеб! Точно. Куда пошел? Стой. Че? На вон, мусор выкини по дороге. Ну ладно. Ну что, вам нравится квартира? Будете снимать? Да вот не знаю даже. Интересно, тут хорошая слышимость? Очень. Кто это сказал? Это сосед с первого этажа. Так мы же на 10-м этаже. Ой, ну и что, знаете, вообще это не единственный плюс этой квартиры. Это что, еще и плюс даже? Ну конечно. Вы всегда знаете, какие у вас соседи, когда они дома, когда не дома. А вообще, когда вас придут грабить, они услышат и придут к вам на помощь. Тут что, еще грабят? Вы в этом доме, что ли? Господи, иди отсюда, а, давай, все, иди, у меня следующий показ. Не, давай, иди, все. Да пошел я, пока меня тут прямо сейчас не ограбили, а. Давай, вали. Ген, ты где был-то? Бегал. Как бегал-то? У тебя футболка сухая. А трусы-то что мокрые? А? Не добежал. Ты что, сикался, что ли? Беленький. Так, вот решила разыграть своего любимого. Ответочка ему за вчерашнее. Так, ставим колонку и ждем Гену. Ты что, меня что ли снимаешь? Нет, я видосики смотрю. Блин. Это тебе за вчерашнее. Оксан, это просто чудо. Я носил его, когда мне было 20 лет, когда я был студентом, представляешь? И он до сих пор мне подходит. Ген, ну ты что, это же просто шарф. Ну, зато он мне как раз до сих пор. Я его люблю. Да, и это единственное, что на тебя налазит. Ну ладно, идите. Открой бутылку. Да, был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда. Твою мать, блин! Фу, блин! Фу!